Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «7 минут». И сегодня у нас в гостях директор магазина «Мир часов» и салонов «Brand Watch» Ольга Павликова. Здравствуйте, Ольга Ивановна! Здравствуйте! А насколько я знаю, в этом году вашему магазину исполнилось 15 лет. И в связи с этим вы изменили полностью ваш интерьер. Все правильно? Расскажите немного об этом поподробнее. Что да, изменилось? Действительно, в этом году нашему магазину исполняется 15 лет. Мы провели ребрендинг нашего магазина, мы изменили интерьер. Теперь у нас интерьер светлый, просторный, в европейском современном стиле. В нашем магазине теперь два зала. В первом зале представлены часы японских и российских производителей. Большое внимание и место уделено японскому бренду Casio. Сейчас в нашем магазине более 200 моделей Casio представлено. И это неспроста, потому что марка Casio за 15 лет существования на российском рынке уже завоевала сердца наших покупателей. Это динамично развивающийся бренд, который не только внедряет массу всяких инноваций в часы, но и разрабатывает новый интересный дизайн, новые подходы к часам. Например, всем известный и полюбившийся сейчас бренд в часах Casio – это серия G-Shock. Я думаю, что все о них слышали. Это яркие, модные, броские часы, которые помимо того, что они являются шикарным, красивым, молодежным аксессуаром, это еще очень функциональные часы, в которых есть масса функций и возможностей. Это и водозащита высокая до 200 метров, это и пылезащита, грязезащита. Это часы высокой прочности, которые не боятся, когда их роняют. Это часы, которые обладают дополнительными функциями, будильниками и многими другими. Также в серии Casio представлена интересная линейка часы Edifice. Серия Edifice – это часы, предназначенные для города. Это очень современные, яркие часы, которые в классическо-спортивном стиле, можно так сказать, выражены, представлены. Это часы в основном из стали. В них тоже достаточно хорошая водозащита, хорошие материалы. И эти часы пользуются большой популярностью у покупателей. Фирма Casio все время внедряет что-то, какие-то инновации. У них всегда очень много новых моделей. Каждый сезон они разрабатывают дополнительные новые модели. И я думаю, что и в этом году они нас порадуют всякими новинками. Во втором зале у нас представлены часы швейцарских производителей. У нас много марок швейцарских часов. Это и часы Epos, это часы Atlantic, Cover, Alfix, Roamer и, конечно же, всем известная марка Tissot. Tissot в нашем магазине тоже уделено значительное внимание, потому что это одна из наиболее известных марок не только в нашей стране, но и во всем мире. У марки Tissot достаточно много различных линеек. Это и часы классические, это и часы винтажные, это ультрамодные современные часы, это спортивная линейка, очень большая часов. Часы Tissot пользуются заслуженной популярностью наших покупателей, и мы рады им предоставить возможность выбора этих часов. Насколько я знаю, у вас еще появился новый логотип интересный в виде совы. Что он обозначает? Да, действительно, сова – это не случайно. Сова – это всегда символ мудрости. На нашем логотипе сова держит часовую стрелку, под которой подписан год основания нашего магазина – 1998. Я думаю, что сова – это с часовой стрелкой – это символ мудрости в часовом деле. Этим логотипом мы хотели показать
что мы магазин с традициями, с историей. Я надеюсь, нам это удалось. Расскажите немного о тех тенденциях, которые сегодня прослеживаются именно в часовой моде. Ну, если говорить про женские часы, то сейчас очень четко прослеживается тенденция, которую мы называем «часы моего парня». Это крупные корпуса, грубые такие браслеты, хронограф, но при этом это часы, которые все-таки сделаны на женскую руку, они хорошо лежат на женской руке и не лишены какого-то милого декора в виде, например, разноцветных страз. В мужских часах очень четко в этом году на часовом салоне в Базеле прослеживалась тенденция, что популярен синий цвет. Синий цвет циферблата. Очень многие флагманские модели многих швейцарских марок были выполнены в этом цвете. У вас в магазине такие часы уже представлены? Да, у нас представлена новая модель швейцарских часов Roamer, которая выполнена в корпусе с розовой позолотой. Это, кстати, тоже тренд этого сезона в мужских часах. Циферблат насыщенного, красивого синего цвета и ремешок также синего цвета. Кроме того, у нас представлены в синем цвете модели из марки Tissot. В этом году Tissot выпустила уже полюбившуюся модель PRC-200, но в обновленном, в более крупном корпусе, также в синих оттенках, то есть синим циферблатом, синим ремнем. Ну, как мы поняли, в вашем магазине просто огромный выбор часов. И все-таки на что вы посоветовали бы обращать внимание при покупке этого модного и важного аксессуара? Ну, для того, как мы уже говорили, что часы – это аксессуар, это важная составляющая имиджа человека, и поэтому, когда вы хотите выбрать часы, необходимо задуматься, а что вы хотите выразить, как вы хотите, чтобы вас воспринимали окружающие. Вы хотите показать независимый характер, яркость своего характера там, или вы хотите, чтобы вас воспринимали как надежного делового партнера. Или, может быть, вы хотите, чтобы романтическая натура ваша проявлялась. Все это можно увидеть в разнообразных моделях часов и, соответственно, выбрать то, что вам подходит. Кроме того, необходимо задуматься, а какие свойства часов для вас наиболее актуальны, наиболее необходимы. Насколько вам необходима водозащита, какого она должна быть уровня. Готовы ли вы переплатить за более дорогое сапфировое стекло, но стекло, которое более устойчиво к царапинам. Необходимо ли вам, чтобы часы были очень легкими, тогда вы можете попросить, чтобы вам показали часы из титана. Важно ли для вас гипоаллергенность материалов и многие-многие другие вещи. Вы все это должны рассказать продавцу-консультанту, и он вам посоветует из огромного многообразия часов те модели, которые наиболее вам подходят. Ну и еще, конечно, часы обязательно должны нравиться, потому что смотрим мы на них достаточно часто, и хотелось бы, чтобы они радовали глаз. Ну и, может быть, несколько слов о ваших планах на будущее. На протяжении всех этих 15 лет мы динамично развивающаяся компания. У нас достаточно часто менялся и ассортимент, и какие-то другие важные вещи. Мы все время развиваемся, не стоим на месте. И, например, я могу сказать, что буквально за последнее время наш пакет марок пополнился новой швейцарской маркой Roamer, которая уже завоевала сердца покупателей. Там очень интересные есть как женские, так и мужские модели. Кроме того, по многочисленным просьбам наших покупателей мы пополнили свои коллекции российскими часами. Теперь у нас представлены часы российских производителей «Шарм» и «Русское время». Часы очень хорошо сделаны, очень красивые и также очень нравятся покупателям.
Ну что ж, Ольга Ивановна, спасибо вам большое за интересную беседу. Я думаю, что наши зрители узнали много полезной и интересной информации, а самое главное, им захотелось зайти к вам для того, чтобы сделать подарок либо себе, либо своим близким. Спасибо большое. Спасибо. Ну а на этом наша программа подходит к концу. Увидимся с вами в следующих выпусках. До встречи.